Рейтинговое агентство RAEX Analytica впервые подготовило рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий, в который вошли лицеи Казанского федерального университета. Из 200 школ IT-лицей КФУ занял 56-е место. Лицей имени Лобачевского расположился на 99-й позиции. Здесь совокупность факторов, работа действительно всего коллектива, потому что здесь не только, конечно, в первую очередь это учителя информатики, но здесь не только учителя информатики, и воспитатели, администраторы, учителя математики. Большая помощь Казанского федерального университета, очень высокого уровня, лицеисты, сами школьники, они действительно и приходят уже с определенными стартовыми знаниями, с ними интересно и просто работать. В рамках исследования учитывались выпускники школ, поступившие в вузы партнеры исследования в 2018 году по направлениям математики и механики, компьютерных и информационных наук, электроники и так далее. Также для определения позиций школ в рейтинге учитывались данные о количестве выпускников на очную форму обучения на бюджетной и платной основе, а также на основании победы в Олимпиаде без других вступительных испытаний. Артем Тупичкин, Универньюз.